1 декабря исполнилось 229 лет великому геометру Николаю Лобачевскому. Сохраняя память о выдающемся российском математике, вся жизнь которого связана с Казанью, ежегодно 1 декабря Казанский университет проводит открытую Поволжскую математическую олимпиаду студентов. Олимпиада по настоящей математике, в которой есть не просто матанализ по первому курсу, там есть и теория вероятности, там есть и теория функций, там есть и функциональный анализ, там есть действительно серьезная математика, которая проходит на мехматах и близких к ним факультетах. Олимпиада проходит в смешанном формате. В ней принимают участие команды разных городов – Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Нижнего Новгорода и других. То, что она проходит второй год онлайн, это, конечно, очень грустно. Но мы как-то уже начали приспосабливаться. В прошлом году это было совсем как-то сомнений много вызывало. У нас заявилось 30 команд. Команды до 7 человек. Елизавета Никитина, Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.